Основное достоинство мериносовых овец – это качественная шерсть. Наиболее популярным поставщиком данной продукции в России выступает порода советский меринос. Тонкорунная порода дает много качественной шерсти и имеет высокую мясную продуктивность. Название породы свидетельствует о ее создании в СССР. Селекционные работы по выведению породы осуществлялись с 25 по 38 год. Селекционеры создавали мериноса, который сочетает шерстяные характеристики и мясную продуктивность. Для этого смешивали новокавказских и мозаевских особей с тонкорунными породами рамбулье, кавказская, грозненская, ставропольская и алтайская. В результате получили овцу, которая сочетает качество грубошерстных и тонкорунных животных. Советский меринос бывает шерстяной и шерстно-мясной. Шерстяной меньше, но более продуктивен по шерсти. У советского мериноса мощное телосложение. Овца весит 100 кг, баран 125. Со стороны баран похож на бочонок с развитыми рогами. Овцематки все комовые. Руно у породы белое, с волосом до 9 см. Шерсть покрывает все тело, включая голову. Вес шерсти 12 кг. Рекордный настриг составляет до 28 кг. Овца дает до 7. Шерсть мериносов является высококачественным сырьем. Толщина волоса тоньше человеческого. Шерсть гигроскопичная, мягкая и теплая. Одежда из тканей, выполненных из шерсти мериносов, комфортная и теплая. Содержат советского мериноса на пастбище. Прогулка на солнце для него – лучшая профилактика от паразитов. Мероприятия по уходу включают мытье, стрижку и подрезание копыт. Зимой овец содержат в хлеву. Загон должен быть проветриваемым, теплым и сухим, без сквозняков. Весной и летом овцы питаются подножным кормом на пастбище. Свежая зелень является источником витаминов и минералов, основой качества шерсти. Осенью овцам дают качественное сено. Зимой добавляют овес, бобовую муку, ячмень, отруби и корнеплоды. Нельзя давать запаренную солому. Ярки начинают спариваться в 18 месяцев, а кот легкий, ягнята весят до 3 кг. Их в помете бывает 2-3. Разведение породы советский меринос экономически выгодно и высокорентабельно. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.